Володя горох выколачивает. А бобы мы руками щел, шелушили целый день. У меня тоже чисто. Как она клинику Где-то тут бобы по одному стручку шелушились, Володя. Вчера он литовкой скосил,
сегодня мы шалушили. Сестра Валентина пришла тут моя, Валентина Тихоновна. Что-то пирожки принесла там или что. Ну, мы муки даем, масло. Я говорю, бобов надо? А мы не едим. Рыбы даю. Почистить неохота. Вот так. Не могу понять, куда он дел. Бобы. Помидорах. Кто-то то ли дал, то ли Володя своих. Три теплицы у нас своих. Не могу в холодильник положить. Нет. Сегодня больших карасей поймали около 100. Или 45. Вот с одной грядки сколько бобов мы собирали, вы видели? Ну, это хорошо. Да, ну сколько. Я не знаю, сколько оно у нас там метров было. Метров 5-6, наверное, здесь? Да, 6 метров. 5-6 метров.